Привет. Как я обещал, уже прошло, правда, месяца полтора, как я вел себя в Италии, мой отпуск в Италии, и конкретно отчет об этом. Погнали. Значит, я поехал в Италию. Перед тем, как поехать, встал на весы и думал себе так. Похрен, что буду жрать. Жрать то, что я хочу, сколько я хочу и когда я хочу. Я был в Италии 5 дней, 5 ночей точнее, ну, проще говоря, с недельку примерно. Извиняюсь, немножко больной, поэтому меня простите. Значит, забегу вперед. Я смог похудеть на полкило. Так вот, я не буду сейчас озвучивать свой вес, я просто расскажу то, что я делал. Приехали в Италию с родственниками, все круто, взяли машину, приехали на место, и я начал ходить. Вот есть браслетик с шагомером, я иногда пользуюсь часами, иногда вот этим шагомером компании Xiaomi, кстати, обалденный, ссылка будет внизу, но не об этом дело. И я ходил, останавливаюсь в ресторанчиках, там жена хотела горячий шоколад, а я кушал мороженое, кушал пиццу. Я понимаю, что сейчас скажут, Жень, ты что делаешь, ты что, дурак, это нельзя? Я скажу, да, нельзя. Ну что поделать, если мы гуляем, то мы гуляем, но можно отдыхать. Почему? Что мы... У нас проблем, у нас нет проблем. Я делал эту операцию для того, чтобы скидывать вес, а не для того, чтобы мучиться и всю жизнь охать и ахать, для чего я это сделал. Значит, я каждый день проходил по меньшей мере 25 тысяч шагов по этой штучке. Один день у меня было почти под 40. Очень много ходил, пил воды и очень много воды пил. У меня было каждый день с собой в рюкзаке две бутылки по 1,5 литра воды, я их пил, я ходил в куртке, прохладненько было. Хотели с женой жрать, останавливались, в ближайшей пиццерии мороженки брали. Каждое утро я начинал с чашки хорошего капучино, с молоком. Так вот, что я хотел сказать. Что, в принципе, когда мы кушаем, ну не говорю обжираемся, говорю кушаем. Давайте скажем, кушаем с плюсом. Имею в виду после операции не обычно, как перед операцией, после операции. Что, в принципе, мы и так кушаем не так уже много. Даже если мы обжираемся, ну, мы скушаем не 200, а скушаем там 400 грамм. Ну, преувеличиваю, еще, скажем, залакируем это кока-колой. Но если будем ходить, и у нас будет физическая тренировка, то это сойдет. Короче говоря, ребят, я обжирался. Все эти 5 ночей, ну 5 дней, 6 дней, неважно, с недельку, я смог похудеть. Благодаря чему? Благодаря тому, что я много пил и очень много ходил. Поэтому это был такой краткий видеоотчет об Италии. Думаю, что это интересно, потому что многие люди хотят делать операцию, думают, что будем делать после этого. Да все нормально. Пожрали? Нет проблем. На следующий день походите чуть больше. День-два. Просто походите вечером, после работы, перед работой. Я не говорю бегать. Нет, просто пройдитесь, делайте 5-6 тысяч шагов, поверьте мне, за час-полтора вы их сделаете, это не так уж много. Я на сегодняшний день гуляю почти каждый вечер. Мой лозунг, как бы, в день делать не меньше, чем 8 тысяч шагов. Иногда бывает, делаю меньше, да, бывает, но когда я хожу, я делаю в среднем, я дохожу, я хожу домой после 9-10 тысяч шагов, это нормально. Это был мой краткий видеоотчет о том, как я поехал в Италию. Пока.